Наступление 5783 года отмечает иудеи во всем мире. Рош-Хашана относится к числу наиболее важных иудейских праздников. Он связан со многими символическими обрядами. Еврейский Новый год начинается в первый день месяца Тишерей по лунному иудейскому календарю, который по светскому приходится обычно на сентябрь или октябрь. Рош-Хашана отмечается в течение 2 дней. Блюда обычно включают в себя яблоки с медом, что символизирует сладкий Новый год. Если один день не пришел, Худо спрашивает, где Филонкес, Кук Филонкес. Где он? Где он не пришел ко мне домой? Из-за этого это большое и большое дело прийти, молиться синагогу, поддержать меня. И каждый дом, каждый город, который там есть синагогу, там есть мир, там есть благословение, там есть изобилие, все. И тем более долгожитие.